Всем привет, друзья! С вами Мелдер, и мы сегодня продолжим играть в Trials Evolution. Давайте-ка мы посмотрим, где мы остановились в прошлый раз. Давайте-ка глянем. Долина смерти. Слушайте, давайте это оставим на потом. Я помню, что там за трасса была. Сейчас, если ее начинать, будет дрочево. У нас есть еще склад. И очень много гонок не завершено здесь. Да, тут все осталось. Давайте начнем. Глянем, что тут такое на складе-то нас ждет. Подняться нелегко, спуститься еще труднее. Такова жизнь. Взлет и падение называется трасса. Поедем мы, наверное, на скорпиончике. Попробуем хотя бы для начала. Если не получится, значит не получится. Итак. О, нихуя, тут гора, блядь. Ничего себе, тут бляха-муха. Может... О, блядь, что такое произошло? Что-то пошло не так с первых минут гонки. Подожди, блядь, я не так прыгаю. Я не так все делаю. Че, блядь, как делать-то? Подожди, вот так сейчас сделаю. О, нихера тут, блядь. Может, реальный взять мотоцикл сразу? А может, и нахуй не нужен он. А может, и не нужен он тут, этот реальный-то мотоцикл. Мы на обычном сейчас все захерачим. По красоте просто. Оп! Эх, бляха. Эх, твою мать, а почему так получилось? Я, между прочим... Что, блядь? Вы что, шутите, что ли? А как здесь-то, блядь? Ой, тут охуеешь просто. Не, ну почти. Почти получилось. Сейчас с разгончика. Газик, да отказик. И не залетаем. Так, ладно. Ладно, тут принцип понятен. Ох ты ж, ебит твою налево. Э, куда ты, блядь, дурак? С самого начала, что ли? Не, ну пока не поздно, может быть, взять нам все-таки другой мотоцикл, скажем так. Да, сука, нахер я в воздухе-то, блядь, его повернул? Твою мать. Так. Ну, ладно, прокатило, хорош, подожди. Я знаю, как тут сделать. Тормози, блядь, ебаный мудила. Так, что такое, где тут пол-то есть? Пол есть, хорош. Это просто нечто, а не трасса. Спину сломал. В 8 местах, блядь. Это просто охуеть! Я еще думал, там сложно, блядь. Нихуя себе, блядь. Там вообще просто детский лепет был, блядь. По сравнению с этим. Так, ладно. А вот и финиш. На золото, надо признать, мы приехали. Причем не на триальном мотоцикле, а на кроссовом. Это было не вся жизнь в движении. Иногда правильный ответ найти нелегко. Сказали нам. Может, сразу триал взять? Давайте сразу возьмем. Блин, надо покрасить его. Как стрёмно он смотрится, красный, блин. Тут трасса не скоростные вроде как, блин, тут. Что? Как, чем это меня, блин? Не понял. А, это так работает? Хуяк. Так, ладно. Блядь, ты что делаешь-то? Погоди, что-то я не понял. Сам не въехал сначала. Тише, зорька, блядь. Оп. Так. Ладно. Это уже как-то, блин... Трассы пошли.
Я не скажу, что это неинтересно, это интересно, блин. Они не скоростные нихера, конечно. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, надо прыгать. Во-во-во-во-во. Стоп-стоп-стоп, тормоз-тормоз-тормоз. Ладно. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, подожди. Вообще нехорошо получилось, ну ладно. Так, тормоз. Тормоз нажали. Слушай, я что-то вроде припоминаю эту трассу. Сначала начнем. Сначала начнем. Я вроде на ней ездил. Мы, правда, ездили на этом самом, как он, на красоче здесь. Но вроде бы что-то такое было. Тут чисто на умение просто уже. Тут похеру, блядь, на этот самый. На время. Вообще до пизды просто. Чисто на умение. Так. Пиздануло, блядь, ну твою мать, ну скатился я, тихонько скатился-то, а. Тормози. Я теперь знаю, где тормоз у меня на джойстике, блядь. Джойстик, кстати, по пизде пошел, блядь. Столько лет отхерачил он, а. Я не знаю, как так получилось, но у нас получилось. Столько лет верой и правдой мне этот джойстик служил. Так, 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 так. А что делать-то? Как авария? Почему авария-то? Я не понимаю, кстати, вот этот, как тут вот что действовать? Почему? Или надо как-то, да, доехать что-то туда, блядь, хуй его знает, короче. Ааа, блядь, спокойно. Так и упал, блядь, представляете? Я понял. Я понял, что тут надо сделать. Нет! Надо сначала начать. Сложно. Сложненько уже пошло. Но мы справимся, я думаю. Я думаю, мы справимся. Резинки, блядь, по пизде пошли на крестовине. И где взять, не знаю, блядь. Новые. Новых нету. На PlayStation есть, блядь. На Xbox, ради бога, блядь. А на этот мой хороший Logitech ни одной резинки в продаже нету. Блядь. Стоять. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стой. Отлично. Отличненько. Вот тут главное сейчас не накосячить никак. А чего? Как-то так получилось. Я в эту дыру херанул, блядь. Да че, сука, почему так происходит-то? Блядь. Это вообще смешно, я об этом. Об ось. Задел. Ладно, хуй с ним. Твою мать, неужели я не прошел контроль, не доехал до контрольной точки? Обалдеть. О, какая каруселька у нас тут с вами. Так. Тух, сука, подожди, все, понятно. Принцип понятен. Логика ясна, но не сейчас. Сейчас сделаем. Сейчас все сделаем с вами. По красоте. По красотулечке. Опа. Так. Телега. Телега есть. Надо, главное, не ебнуться, блядь, этой телеги. Отличненько. Твою мать, спокойствие. Так, телега ебнулась, хорош.
Сука, и я вместе с ней. Ай-яй-яй-яй-яй. Что? Ну почему эта херь-то не упала? Да ладно, ну здесь-то уже закосячил. Твою мать. Так, ладно. О, какой бэкфлип получился. Хорош. Оп, есть. Тоже неплохо. Погнали. Колесо. Да сука, да почему ты, твою мать, перепрыгиваешь-то? Скорость, что ли, такая большая? Ну, я на бочке херанул. Надо как тут какой-то момент, блядь, прям газ отпустить. Ну чё, слушай, как вот это работает? Я понять не могу. А, ну, он, блядь, на месте крутится и все. А, во, вроде пошло. Вроде пошло, поехало. Я не знаю, как, блядь. Оп! Блин, там по-другому можно было схерячить это говенное колесо. Поехали, о! Ща. Принцип-то, блядь. Вот. Газик. И газик да отказик. Отлично. Ай, сука, неужели упаду, блядь? Давай, бочки сейчас. Давай, ебаш их нахуй. Оп! Ну это, блядь, нереально, на. Так, все понятно, подожди, сейчас колесо захерачим. Я теперь по-новому буду делать. Не буду я там крутиться на нем, нахуй надо. Там, может, это и не задумывалось-то. Да. Так, 12 минут. Играем. Еще ни одной трассы не проехали. Печаль. Подожди, не, одну проехали. Пизжу вам. Напиздел. Одну проехали. Так, есть. Спокойствие. Телега. Тележечка. Блять, надо газовать. Иначе я бы сейчас упал. Чё ты? Вау. Нихера ничего не произошло. Ты уже вакаешь. Тормози, сука. Отлично. Так, есть. Гази. Есть. Колесо. Оп. Так, газим. Где, блядь, конец-то? О, великолепно просто. Ебать, колотить нахуй, я сдох. Блин, ну это было неплохо. Так. А что это как дальше-то? Все. Как это работает, блин? Все, понял. Там проход открылся. Ого! Да ладно, прям в рылом вхерачился. Прикиньте, блядь. Мне надо хотя бы, блядь, научиться, нахуй, тут. Так, все, есть. Упало там все это, ебало. Ну, твою мать, ну, прям, ну, почему, сука, так-то? Все, открылся проход, аккуратненько. И газ. Что нахуй это такое, блядь? Что за ебаный рот? Тормози! Блять, это просто, блять, пиздосно! Да куда ты, ебаный мудила? Что за уровень, блядь, пошел? Это как вообще пройти, блядь? Давай, блядь, гази, сука! Финиш-то, блядь, где тут вообще? Есть интересно?
Так, хорош, подожди. А, понял. Принцип понятен. Шестнадцать раз я упал. Ну это нереально, блять. Подожди, это нереально понятно, но оно проходимо, блять, наверное. Так, спокуха. Наверное, я и по времени-то нормально пришел, как бы, да? На время тут хуй забит, блять, давным-давно. Но вот 16 раз то, что я упал, это, конечно, не очень хорошо. Блять, ну сука ебаная. Все, уже нервы на пределе. Там, кстати, наверх, судя по всему, можно доехать, да? А, нет. Это тут вот это ебало сделано. Спокойно. Где эта хуйня? Вот она. Ты ёб твою мать. Ладно, два раза, ничего страшного. Я просто не вижу, где она кончается. О, все есть. Эх ты ж, бля, я что, не так сделал, что ли, что? Так, есть. И прям на шар, блядь. Погоди, шар-то хуй с ним. Ай-яй-яй. Блядь, давай, назад. Да сука, слишком мощный мотоцикл. Ту, блядь, передний тормоз нажал. Нет! Давай, блядь. Давай, блядь, перелети ты, ты, мать, эти колеса гай. Да куда ты нахуй переворачиваешься-то, дебил, блядь. А чё такое, почему? Я не могу газануть, блядь, по-нормальному. Ну, 12 раз упал, между прочим. Так. Уже упал 12 раз поменьше. Это охуительная трасса, блядь, хочу вам сказать. Серебро, блядь. Минус 19 секунд, подожди, нет, все, черно-золото приедет. Я вам точно говорю. Так, все, трассы-то уже изучены. Как бы, да? Трассы изучены. Там есть, конечно, подлые, вот с этими... шарами очень подлые такие местечки. Но в целом-то трасса-то проходима. Поебаться немножко придется, конечно, но не без этого. Сама игра, блядь, такая предрасположена, блядь, к этому, к ебле, блядь. Так, спляск. Так, есть, херанули. Есть, заехали. Давай. Отлично, просто отлично. Охуеть, не встать, это, блядь. Это хуесть себе. Ну, первый раз сдох, ладно, хуй с ним. Второй раз сдох сразу. Так, есть.
Нет! Не получилось, не фартануло, блядь. Так, тихо, 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 спокойно. Спокойно. Что за ебаный рот, нахуй? Прикрываешь, сука. Так, 6 раз, блядь. 6 раз, 1, 2 2 минуты. Так, ладно, аккуратненько, аккуратненько, я тут сейчас съеду. Да ёпта, сейчас я упаду. Сейчас упаду. Не упал. 6 раз, смотри-ка. Ну-ка. Ну что, золото что ли не дали? От суки какие жмоты, блядь. Сейчас весь этот самый. Минус 30 секунд. А сколько надо-то? 5 ошибок можно совершить. И за 2 минуты проехать. Я за 2.32 проезжаю. Это, блядь, печально. Давай повторим. Повторим. Все-таки скорость тут тоже... Ну нет, на самом деле теряем очень много на вот этих вот шарах, блядь. Здесь-то проезжается все достаточно быстро. Тут-то хули. Бля, ну неужели? Ладно, хрен с ним. Это только первый раз мы сдохли. Только первая смерть. Так, оп, есть. Давай, падай, блин. Ага, есть. Есть. Давай эту хрень сейчас мы спустим. Есть, нормуль. Ага, оп, есть, нормально. Хорошо. Сука, неужели, неужели упаду, блядь? Ну что такое? Ну на ровном, блядь, на ровном месте начал падать, а? Ебаный рот. Так, все, нормуль. Здесь, тихо-тихо, шары, шары главное, блядь. Ну я упал, я просто упал рылом, блядь. Ну... А чё она не взорвалась-то, ёпты мать? У нас нет права на ошибку так-то. Уже. Так. Я... Ну, ёбано. Так, всё-всё-всё, тихо-тихо-тихо. Там плюс 24 уже секунды было. Спокойно. Меня прямо тут что-то завела трасса-то. Прям как-то... Азарт, азарт появился. Да, блядь, что? Почему я здесь-то падать начал, а? Сроду не падал никогда. Так. Третья, блядь, даже все, сначала начинаем. Если я не пройду ее, то и хуй с ней. Ее пройти можно. На золото можно, имеется в виду. На золото ее пройти, как два пальца обоссать. Так. Без урона, без потерь. Хорош. Эту хуйню мы откидываем. Блин, ну сука, ну при скатывании, блин, какая-то ебань получается. А чё ты не падаешь-то?
Так, два раза наебнулись, да? Все, хорош. Плюс 13 секунд, обалдеть. Плюс 13. Так, ладно, здесь прокатило. С первого раза. А вот здесь надо быть аккуратным. Это было близко. Это было очень близко, я вам скажу. Ну-ка. Блять, прошли, прошли. Это сложная трасса. Я вам точно говорю, три ошибки совершили. И за минуту 55. Отлично просто. Давайте посмотрим еще одну. Техника. Прыжки по покрышкам и трубам требуют особых навыков. Сколько у нас времени-то? У нас есть еще время посмотреть эту трассу. Погнали на триальном. Тут только на нем можно пройти. Да не, можно и на том пройти, конечно. Я что-то подпизживаю. Но на этом поудобнее как-то, блядь. Ну да. Ай, твою мать. Давайте хотя бы посмотрим трассу. Что она из себя представляет. Ебануться, блядь. Так, тихо. Оп. Ну что за еб твою мать? Давай, гази. В раскачку, может, так. Не могу. Надо. О, перевернулся. Ну! Ну! Спокойно. Есть! Так, блин, а здесь я вот совершил ошибку, по-моему, да? Ну, кстати, заехать можно. Стоять! Ты ж, сука. Подпрыгнуть надо. Но у меня что-то, блядь, не получается нихера. Так, ну-ка. Оп, есть. Тут на золото трассу я вообще никогда не пройду, блядь. Не в жизни. Просто, блядь, это нереально. Твою мать! Куда ты, дурак? Эй-яй-яй-яй-яй! Вот сразу! Оп! Нихуя подобного! Да ну чуть-чуть не долетел-то! Как ты... Ну! Да ты подпрыгиваешь, твою мать! Оп! Здесь! Прошли контрольную точку! Сколько раз? 23 раза сдох! Так, ну здесь я вообще не знаю, как действовать. До финиша я хочу просто доехать хотя бы. Это тут уже, блядь, не на время, ни хера. Эй-яй-яй-яй-яй-яй! Это жопа просто. Ну как вот это перепрыгнуть-то? Интересно, есть люди, кто на красоче это проходил? Все, начал, блядь, уже тормозить, начал глючить.
Так, а если мы по-другому? Блин. Не, я не знаю, не пройду, наверное, вот это все уже, блядь. Это просто пиздос. А если мы... Ну я даже вот с наклоном вперед не могу туда пройти. Даже с наклоном не проходит, не прохожу, блядь. Хуй знает, как это пройти, блядь. Это вообще, блядь, проходимое. Не знаю, блядь. Нет, я подождите, это надо. Надо, блядь, подготовиться. Выйти из игры, блядь. Это что-то жопа. Давайте, сколько там времени? Ты уж, конечно, мой сладостный сон. Труба зовет. Ну, погнали, хоть тут попробуем, попробуем. То есть, одна трасса, на которой мы застопорились, у нас есть. Как-то ее надо будет проходить. Я не знаю, как. Так, есть. Есть. Так, есть, нормально. Что такое? Почему? Угу. Ай-яй-яй. Ну, ладно. А куда ехать-то, блин? Не понял. Прям надо очень... А сейчас, сука, я не понимаю, как это пройти. Может, назад надо? Не, назад тут просто дохнем. Вот так вот. Ладно. Ладно. Эй! Да, сука, надо колесом прям по доске проехать. Блять, да что ж такое-то? Откуда? А, не долетел я чуть-чуть. Оп, есть. Это задница. Кстати, сейчас вот хорошо проехал. Что? А потолок задел? Кстати, финиш. Ну это еще можно пройти, блядь, на золото. Я уверен, если ее подзадрочить немножко, я думаю, пройдет. Ну предыдущую, я не знаю, что с предыдущей трассой делать. Ладно, время покажет. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр, до новых встреч и всем пока!